Всем здравствуйте, мои хорошие! В преддверии Нового года хочу вас поздравить и пожелать вам всего самого хорошего. Здоровья, благополучия, чтобы все у вас было хорошо. И у нас все хорошо, чтобы у нас у всех было все хорошо. Много разглагольствовать не буду насчет пожеланий. Пусть сбудется все, что вы задумали. В 2023 году. Для меня это самая большая радость будет, если мой сын приедет домой живым, здоровым. Для многих тоже. Но остальные пусть себе желают, что они хотят. Я думаю только об этом. Время пришло для тортика. Я сегодня его соберу. Резко над ним не буду плясать, как говорится. Все по-простому. Для домашнего чаепития немножко украшу и хватит. Так что давайте будем со мной смотреть, какой у меня получится. Покажу вам курорт коротко. Это если показывать, надо часа полтора. Как крем делается, сколько чего ложится, как выравнивается. Поэтому есть много кондитерских каналов. А я по-простому. Тяп-ляп и готовы. Так что давайте будем смотреть, что у меня получилось. И получится, скорее всего. Ну вот, выровняла его, резко не усердствовала, так как я буду сейчас его вот этим шпателем вот так вот делать. Рифленочку такой вот. У нас же новогодний, вот мы сейчас такой вот и забабахаем. Новогоднюю штучку. Вот так это вышло. Теперь сейчас будем какие-нибудь цветочки делать и шишки. Я не так давно вам показывала, какие мне пришли насадки, две штучки. Но одной попробовала, не получается. Я не умею. А другой, смотрите, что у меня получилось. Вот такая вот красота. Так что одной получился, а второй нет. Ну, вот Юля говорит, надо сделать Дед Мороза, шишки. А я вот тут цветок пробовала с новых насадочек. Ну, сейчас придет мой генерал. Пусть думает, как она будет Дед Мороза рисовать. Я-то шишки сделаю, а Дед Мороз на ее будет совести. Так что идет вон она у меня там. Вон она. Давай, дочь, рисуй Дед Мороза. Ты вообще не смотрела еще, да? Там просто. Просто, да? Ну давай. У меня вон какая получилась красота, да? Съешь ее. Ай, она сладкая, не хочу пока. Решили Дед Мороза. Делаем ему шапку. Моя кулинарка делает. Кондитер, вернее. Пойдет? Еще одну. А теперь еще одну или хватит? Давай еще одну бороздку. А то какая-то. Ну, если шапка большая, морда маленькая будет. Ну да? Да. Ну, тогда хватит одной. А теперь что, хочешь борду ему? Ну, так. А, ну, делай борду. Теперь борду. Крутить, наверное, надо. Ты опять хочешь так? Да, я сама попробую. У тебя не вон какие-то торчащие. Она тоже хочет. Тань, я хочу. Ну, ты не оттягивай. Ты в ширину не делай. Вот так вот надо. Вот так как-то. Дайте покажу хоть. Ты их оттягиваешь, они тебе получаются высокие. Надо, чтобы они приземистые были. Да и фиг с ними. Ругаемся. А чё ж, хочешь сама, Коль. Ну, пусть делает, учится. Нам же хочется самим. Ну, там бы надо бы выровнять. У тебя морда какая-то длинная получается. Ай, борода вообще-то у нас. Мы уже заполним. Ну, в общем, рисуем. Ты чего, на показ, что ли? Себе. Ну, всё-таки зритель смотрит, значит, на показ. Что у них там получается? Шапка у нас не получилась красная. Что-то ложили краситель красный. Ладно, говорю, будет розовая. Рот рисует. Чтобы улыбался. Ой, какой красивый получается. Обалдеть. У нас же и машинка стирает. Поет. Нос еще? Что-то как-то кривовато. Ну, нос подправь ему.
То запобегло ему кривой нос. Он алкаш. Ну да. Общими усилиями. Вот такой у нас получился Дед Мороз. Глаза у него орешки. Узюм что-то поискали, не нашли. Давай, говорю, орешки, Юля. Сказала я, да давай. Ну, в общем, вот так. Теперь сейчас будем делать шишки. Дед Мороз глазастый. Глазастый Дед Мороз. Пусть глядит в оба. Сейчас мы с вами сделаем шишечку. Буду делать ее небольшую. Думаю, хватит такой вот. Вот такусенькую. Я набрала крем, немножко измазала пакет. Но думаю, пакет роль большую не играет. Смазанный. Будет вот светленькая она у нас. Не очень такая темная. Да, она не нужна. Крем ядовитый. Все равно, как ни говори, это химия. И вот так вот мы с вами сейчас ее сначала укроем. Середочку. Я уже давно не делала. Ой, я даже не помню, когда я делала шишку. Все когда-то было. Процесс долгий. Может, первая шишка и не получится у меня, так как я не тренировалась, а сразу вам показываю. Салфеточку надо взять, вытереть. Еще и, как ни говори, волнуюсь на камеру. Я же не кондитер, а так себе. Чешуйки делаем маленькие в шишечке, так как они небольшие. Вот так выкладываем их по очередности. Видите, что-то получается. Ну, не очень. Вот. Первую шишечку я забраковала, сделала другую. Ну, такая вот она получилась, растопырочка. Не кедровый орех, а так какая-то сосновая. Посадила туда на торт, и теперь вторую делаю. Сделаю 3 штучки их. И веточки. Сейчас немножко коричневый цвет стал другой появляться. Не знаю, вам видно или нет. Может, не видно. Долгая эта работа, кропотливая. Когда еще долго не делаешь, вообще руки трясутся, волнение. Ну и ничего, справимся. Что-то уже вырисовывается. Ну вот и вторая готова. Сейчас я тоже высажу. Посадим. Палочка. И еще одну сделаем. Ну а веточки буду делать такие вот зеленые. У
меня нет тонкой насадки. Какие будут, такие будут. Потом вам покажу. Все, мой торт готов. Ничего больше не буду ему делать. Может, даже бока сейчас немножко чем-то обсыплю. А то как-то он куцый получился у нас. У меня есть кокосовая стружка. Сейчас я ей сделаю бок, чтобы как будто снежок. Вот, сейчас это уберем. Остатки. И готов мой тортик. Кисточки вот сейчас лишние смету. Да будет нормально. Можно сюда еще чуть-чуть. Все в снегу. Веточки можно снега, на шишечки. Ну все, мой хороший, готов. Сейчас я приберусь чуток. Еще есть вот такие вот пищевые красители, блестки. Чуть-чуть можно и их добавить. Все-таки Новый год должно приносить какую-то радость, красоту, блестки. Сейчас мы бороду деду тоже кинем. Сейчас у меня другие еще есть. Я, наверное, другие. Эти палочки как-то я не особенно им пользуюсь. Лежат они у меня давно. Они не так сверкают, как другие. Вон шапка ему. Ну все. А то перебор будет. Все хорош. Сейчас поближе покажу вам его. Что получилось? Пойдет или? Падет. Ну и хорошо. Это снег? Это снег, да. Женина любимая кокосовая стружка. А что ты ему на бороду насыпал? Поблестел, чтоб чудок. Ну теперь все. Смотрите, что у меня получилось. Бока обсыпала кокосовой стружкой. Ветки получились такие вот объемные. Ну нет, у меня насадки аккуратненькой. Я думаю, сойдет и так. Шишки в снегу, немножко блестки там кое-где. Я уж не сильно. Шапка деду тоже немножко кинула. Ореховый. Глаза, нос, картошкой. Улыбка там какая-то есть у нас, улыбается нам всем и поздравляет вас всех с наступающим Новым годом. Всем здоровья, 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 мира на нашей земле. Всем желаю мира. С наступающим, мои хорошие. Всем спасибо. Всем еще раз спасибо за просмотр, за ваши, за добрые комментарии, за лайки, за дизлайки.
За все благодарю. Так что сейчас выношу его в холод. Ну, денек он постоит. Никуда он не денется. Сегодня у нас 30-е. Завтра я вам выложу видео 31-го. Ну, а завтра будем готовить. Сейчас будем дальше работать. Надо будет поставить уже на салатики что-то варить. Юля шашлык замариновала. Бабе надо котлет сделать. Вся в креме. Котлеточек сделаем ей. Отнесем. Так мы уже относили, что она просила. Грушу уж больно хотела. Ну, не знаю, конференцию надо еще посмотреть в магазине. Хочет человек без зубов. Надо мягенькую, а там она дубовая. Ну, надо купить тебе, чтобы она полежала. Вот. А так домашний Билайн будем дальше заниматься. Юля там стирает кое-что. Ну, а мне осталось теперь все помыть. Все тут. Очень много всяких чашечек, ложечек, где я что-то забраковала. Так что работа трудная. Когда не делаешь ее длительное время, еще труднее. Сама же делаешь от себя, фантазии ни у кого, ничего ты не перенимаешь. Видео не смотрела ни у кого. А, говорю, как получится, так и получится. Ну, вот так и получился. Да, Юль моя? Шубирай. Кого? Манатки. Манатки шибирать. Ну, сейчас соберем, помоем все и будем салатики готовить. Всем спасибо, до новых встреч. До свидули. До свидули, вон оно горит. С наступающим!